Так, дорогие друзья, мы с вами находимся на нашем любимом озере. И вот... Есть! Щука! И вот на живца, на такого, на супер приспособление бутылочки. Вон они стоят дальше. Вот я только что с пацаком подплыл. И взяли вот такую вот красоточку. Спокойненько. Спокойненько. Чтоб она уже никуда не делась. Сейчас мы тебя, красоточка, оприходуем. Поэтому сейчас я ее аккуратненько вытащу. У меня с собой... Оп. Как-нибудь вам сейчас попробую поставить телефон в лодку. Вот так. Чтоб он снимал. Ой. Так. Это не просто, конечно. Значит, посмотрим. Вот она у нас. Красавица. Такая вот щучка. Вот она захватила тройничок. Сейчас я ее как-нибудь... Сейчас я сделаю. Чтобы вам показать. Первый его не упустить. Так, значит, тут у нас двойничок. Так. Короче говоря, сейчас я вам покажу, потом вытащу. А потом покажу, что такое. Вот он, двойничок. Видите, как заглотило. Одной рукой не получится. Поэтому придется сначала вытащить. Чуть-чуть я прервусь. Так, при помощи вот этого приспособления я освободил нашу щучку. Значит, вот у нас... Вот у нас двойничок. Она у меня пусть в подсачке пока лежит, чтобы никуда не делась. Красоточка. И вот в двух словах я вам покажу сейчас, что из себя представляет технология ловли на бутылку. Сейчас я это все вытащу и покажу. Значит так. Вот у нас пластиковая бутылка. К ней привязывается на леску. Она выполняет функцию поплавка. Вот мы ее выкидываем. Вот к ней привязывается леска, поводок. Потом вот на двойничке таком от нее уходит еще две лески. На одну мы насаживаем через жабры вот таким вот способом. Берем и одеваем живца через жабру для того, чтобы он жил дольше. Вот через рот продеваем двойничок. Вот. И это у нас приманочка. На вторую привязываем грузик. И теперь заплываем куда нам нужно. Вот они у нас еще стоят. Несколько рядов. И отплываем куда нам нужно. И в том месте, где мы хотим, берем грузик. И выбрасываем грузик вместе с наживкой.
и вместе с баклажечкой. Все. Теперь у нас все в порядке. Вот. И ждем, когда баклажка начинает активно уплывать или шевелиться, это хорошая подсказка того, что там может что-то есть. Потом подплываем, вытаскиваем, и есть шанс поймать вот такую вот. И щуку берем обязательно за глаза, для тех, кто не в курсе. Вот. И обязательно с подсачком или с багром, потому что вытащить ее так, чтобы она не сошла. Рыба. Так, вот она, красотка. Уже на земле. Сейчас мы ее взвесим. А ну, держи. Так, берем щучку за глаза, иначе можно остаться без пальцев. Так, смотрим, что у нас тут. Килограммы. И где-нибудь бы тебя... Вот, 200 кило. Вот такая вот. И наслаждаемся вот такой вот рыбалочкой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше больше. Вот такая у нас баклажечка. Вот такая погода шикарная. Все. Всем хорошего отдыха и ни хвоста, ни чешуи.